В 9-м туре проходящего в индийском городе Ченнай Всемирной шахматной олимпиады мужская сборная Армении потерпела поражение от команды Узбекистана со счетом 1-3. Габриэль Сарксян и Грант Мелкумян завершили свои партии в ничью, Самвел Терсаакян и Роберт Оганесян проиграли. Узбекистан с 16 очками возглавляет турнирную таблицу. Сборная Армении и вторая команда Индии набрали по 15 очков. 44-я шахматная олимпиада проходит в индийском Ченнае с 29 июля по 10 августа.